Здравствуйте! В эфире «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. В Рязани вновь карантин. Расскажем, кого коснулся. Новый детский сад Николай Любимов присутствовал на открытии. 5 аварий и 2 погибших. Сводка происшествий за выходные. Ожидания и реальность. Прибытие поезда в Рязань. В 11 рязанских школах ввели карантин из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе в понедельник, 15 марта. Также карантин коснулся 3 СУЗов и 2 высших учебных заведений. Всего на понедельник, 15 марта, зарегистрировано 25 343 случая заболевания коронавирусом в Рязанской области. А Роспотребнадзор радует хорошими новостями. В ведомстве создали тест, который позволяет не только узнать, болеет ли человек, но и узнать количество вируса. Об этом известием рассказала руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ Светлана Яцишина. Этот тест поможет врачам спрогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания человека и даже контролировать его лечение. С помощью нового набора реагентов количество вируса можно определить в любых биологических материалах человека – мазках из носа и рота глотки, мокроте, фекалиях, плазме крови и других образцах. Кроме того, новый набор можно использовать для обследования окружающей среды на наличие вируса, например, поверхностей, которых касался зараженный. Разработка находится на стадии регистрации для получения бессрочного свидетельства в России. Минувшие выходные не обошлись без аварий. Было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 8 получили травмы. Вечером 13 марта на 188-м километре автодороги Москва-Челябинск водитель УАЗ-2112 без прав не справился с рулевым управлением и врезался в опору уличного освещения. От удара автомобиль опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир транспортного средства от полученных травм погиб. Водителю, а также еще одному пассажиру понадобилась медицинская помощь. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются. В субботу 13 марта еще одна авария произошла примерно в 18:30 в Рыбновском районе на 176-м километре автодороги М5 «Урал». Иномарка «Черри» А15 столкнулась с «семеркой» УАЗ-2107. 13 марта примерно в 18:30 в Рыбновском районе на 176-м километре автодороги М5 «Урал» произошло столкновение 2 легковых автомобилей «Черри» и УАЗ-2107. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Жигулей» 7-й модели от полученных травм скончался на месте автоаварии. Водитель автомобиля «Черри», а также 2 пассажирам «Жигулей» 7-й модели понадобилась медицинская помощь. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются. Всего за выходные в области произошло 67 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 2739 нарушений ПДД, в том числе 22 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Олеся Котровская, телекомпания «Город». В предыдущие 3 года мы ввели 2500 мест для дошколят. В этом должны добавить еще 1000, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на открытии нового детского сада номер 38 в микрорайоне Дашково-Песочня. Дошкольное учреждение на 290 мест возвели оперативно, потратили немногим больше полугода. И это на сегодня крупнейший детский сад в Рязанской области. У нас рисуют, это педагоги наши, видите, такие милые котята для детей. Да, кто же у нас так, все? Все, у нас большая часть очень творческих людей попалась, они прям вот, дайте мы будем рисовать, я говорю, пожалуйста, все стены ваши. Новый детский сад в Дашковой Песочне – это не просто разгрузка очереди на 290 позиций. Учреждение обещает стать в дошкольной среде законодателем мод. И дело тут не столько в 252 миллионах рублей, потраченных на строительство, оборудование и методики на самом современном уровне. Николай Любимов не удержался. И здесь предусмотрена даже комната релаксации с сухим бассейном и тактильной зоной. Такого сегодня нет нигде, но точно будет еще. Глядя на уже построенное здание, 1000 дополнительных мест за год уже не кажутся какой-то сверхзадачей. Промежуточная статистика выполнения тех самых майских указов вполне приличная. За последние 3 года в области возвели 25 новых дошкольных учреждений, включая ясельные пристройки и отдельные детские сады. Этот 5-й в списке. Дальше больше.
дальше. 290 детей сюда, как минимум, может прийти теперь в микрорайоне ПР-7. Конечно, потребность еще очень большая. И особенно в ДПР-7, там, где строятся до сих пор и будут строиться новые дома, приезжают жить семьи с детьми, приезжают молодые семьи, у которых потом появляются дети. Здесь нужны еще детские сады, здесь, конечно, нужна школа, здесь нужна поликлиника. Скорость возведения детского сада близка к рекордной. Строили всего полгода, качество сомнений не вызывает. И это пока крупнейший новый детский сад в области. Его двери детишкам откроют уже завтра. Все места укомплектованы. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Уборка города продолжается в круглосуточном режиме. Об этом сообщают в мэрии. Так, за минувшие сутки подбор и вывоз снега осуществлялся на улицах Спортивной, Павлова, Ленина, Гагарина, Радищева, Свободы и Московском шоссе. В связи с выпадением осадков во все районы города выезжала спецтехника. Дороги общего пользования подметали комбинированные дорожные машины. Проводится очистка от наледи и противогололедная обработка остановок общественного транспорта, разворотных кругов. Вручную и при помощи малой механизированной техники посыпались тротуары на улицах Спортивной, Фирсова, Новоселов, Ленина, Есенина и других. В понедельник, 15 марта, бригада рабочих и спецтехника вышла на уборку в 7 часов утра. С городских тротуаров удаляется наледь, посыпаются пескосоляной смесью пешеходные переходы и лестницы. Убирается случайный мусор, очищаются несанкционированные рекламные объявления. Продолжается вывоз снега, выпавшего за выходные дни. В ночь с 15 на 16 марта уборка и вывоз снега подрядными организациями будет проводиться на Московском шоссе, улицах Интернациональная и Маяковского. На участках разместят предупреждающие информационные табло, информирующие автолюбителей о предстоящих работах. Дирекция благоустройства обращается к жителям с просьбой не оставлять машины на ночь на указанных улицах, так как они мешают проезду спецтехники. Широко анонсированное в электронных СМИ прибытие ретро-поезда в Рязань едва не обернулось для сотни зрителей настоящим разочарованием. В указанное время, 13 часов, состав не пришел. Оказалось, сразу перед прибытием организаторы турпоездки поменяли расписание. Локомотив с красной звездой все-таки появился на вокзале «Рязань-1», но уже к вечеру. Это должна была быть ежегодная традиционная встреча. Ретро-поезд с красной звездой и восторженные зрители. Но в 13 часов перрон пуст, следом гневные возмущения в соцсетях. Почему-то претензии предъявили журналистам рязанской комсомолки, хотя они просто перепостили расписание с официального сайта. Оказалось, все просто. Организаторы поездки из компании «Ретро-поезд» прямо перед прибытием поменяли время приезда. Как впоследствии оказалось, поезд проследовал станцию «Рязань-1» раньше, почти на 2 часа, и благополучно переехал в депо вокзала «Рязань-2». Вот. Соответственно, мы эту информацию сразу оперативно обновили и также дали возможность людям вечером, уже когда поезд отправлялся с «Рязани-1», увидеть-таки этот долгожданный аттракцион. Вот. И также мы связались с самими организаторами ретро-поезда с просьбой, даже с требованием дать объяснение, почему заранее не были извещены люди, рязанцы и рязанские СМИ о том, что меняется расписание движения этого поезда. К нашему удивлению, на наш совершенно справедливый запрос не смогли дать никакого вразумительного ответа. Поглазеть на поезд-призрак пришли сотни рязанцев. Самые стойкие встречи с краснозвездным локомотивом все-таки дождались, но уже ближе к 6 вечера. Причем ажиотаж не уменьшился, что едва не привело к трагедии. Охранявшие порядок полицейские буквально вытащили из-под колес поезда с соседнего пути женщину с ребенком. Мы склонны видеть в этом, что, конечно, прибытие поезда на угли с парами дыма — это, конечно, аттракцион. В первую очередь такой аттракцион семейный, когда родители хотят показать своим детям нечто такого, что дети никогда не видели. Разве видели только на картинках? Но мы очень сожалеем, что такое рвение показывают родители перед своими детьми, тем более забывая, что на них лежит ответственность за их близких. Вот. Ну и также можем сказать, что, очевидно, рязанцам не хватает подобного рода аттракционов, которых можно было посмотреть самим и показать своим детям. Таких настоящих, не бутафорских, а абсолютно настоящих поездов. Летучий голландец из прошлого отправился из Рязани-1 около 19 часов. Те, кто успел, получили заветные фото на фоне красной звезды. Те, кто ушел, не дождавшись, остались разочарованными. Конфуз с прибытием, настроение на Масленицу им явно испортил. Поезд уехал, осадочек остался. Возможно, даже до следующего года. Максим Васильев, телекомпания «Город». С 15 марта начался Великий пост. Это главный многодневный пост, установленный в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Его целью является подготовка к празднованию Пасхи.
Яйца, кондитерские изделия, рыба и мясо – все эти продукты нельзя есть в пост. Притом первая неделя Великого поста самая строгая, и придерживаться нужно всех правил. Однако почти все священнослужители в один голос заявляют, пост – это не только о воздержании в пище. Чтобы человек нашел золотую середину во всем. И в питании, чтобы не переусердствовал, и в тех недостатках, которые он имеет. Постарался справиться со своими грехами, с тем злом, которое есть у каждого из нас. И воздержание – это тот принцип, который помогает нам находить границу между тем, что необходимо, и что уже будет излишеством. Великий пост – это важное событие в жизни каждого христианина. Меняется и службы в церкви. В них меньше песнопений и больше чтений молитв. Делается это для того, чтобы дать определенный настрой. И тогда человек сможет заглянуть в себя, попытаться найти тишину и подумать, обрести Бога. Первые 4 дня читается великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. Это очень интересное молитвенное духовное произведение, которое рассматривает историю человечества, начиная с сотворения мира и вплоть до новозаветных времен. Но не просто рассматривает, а сравнивает жизнь всего человечества с жизнью каждой отдельной души, которая вначале блуждает, не имея опоры, ориентиров, но затем обретает Бога и находит свое счастье, находит смысл этой жизни. Поститься или нет – выбор каждого. Разрешается не придерживаться Великого поста детям, кормящим и беременным, пожилым и больным, а также путешественникам и людям, которые выполняют тяжелую физическую работу. Но главное помнить, что суть поста далеко не в еде, а в молитве. Ведь, как сказано в Писании апостола Павла, попечение о плоти не превращайте в похоть. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.